back in ETV. Всем привет, с вами Balcony TV Санкт-Петербург, меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля Три моста, весна в Сан-Блико. Привет, ребят. Привет. Как дела, как настроение? Отлично. Наконец-то вы в Петербурге. Да, мы очень рады. Что сыграете нам? Мы сыграем совсем-совсем новую песню, которая называется «Вера». Отлично, слушаем. Говори правды, побереги нервы, побереги силы, побереги сам. Дай тишине волю, дай тишину милой, веточкою вербы по волосам, по волосам, по волосам. Забыв имя, даже запив горе, даже закрыв шторы, не говори с ней. Даже пустить пулю, даже свернуть горы, даже украсть море, будет честней, будет честней, будет честней. Будешь опять первым, будешь считать звезды, время пойдет вспять. Мир будет вновь серым, мир будет ждать веру. Вера придет поздно и пойдет спать, и пойдет спать, и пойдет спать. Спасибо большое. Спасибо. Неожиданно всегда так песни заканчиваются. Не успеваешь придумать, о чем будешь говорить с артистами. Сейчас тот неловкий момент, когда начну Юлю спрашивать, откуда название группы «Весна в Сан-Блико», на что у нас вето на этом балконе, или какие творческие планы у группы «Весна в Сан-Блико»? Я думаю, что про название группы «Весна в Сан-Блико» мы сейчас не будем рассказывать, потому что это займет очень много времени. Станется тайной. А планов очень много. Я думаю, что осенью, если получится, группа «Весна в Сан-Блико» поедет в тур, и, возможно, в этом туре будет Петербург. Было бы круто. Я думаю, что это будет большой, хороший электрический концерт. Здорово. Приезжайте обязательно, мы все придем, правда? Да, они кивают и говорят, да, это есть на пленке. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо группе «Весна в Сан-Блико», что до нас добралась. И отель «Три моста» за прекрасную нашу площадку. Увидимся снова скоро. Пока-пока. Back in ETV.